Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона, а перед нами Алекс Хантер. И нам игра предлагает либо взять игрока с параметрами из FIFA 17, да, где у него, в принципе, общая 75, либо начать с нуля, с общим 71. Я, конечно, возьму 75, хотя на самом деле я сейчас вспоминаю, что я очень плохо тренировался за Алекса Хантера. FIFA 17 постоянно там проваливал эти тренировки, проваливал много игр, и, возможно, из-за этого общая такая плохая. Ну, в принципе, 75 не самое худшее, поэтому поехали. Так, кого мы будем из него делать? Конечно, это будет, ну, блин, однозначно это будет форвард. И все. Вперед, ребят. Это история Алекса Хантера. Это первая новая история. Previously on the journey. О, ранее в истории. Go on, Alex, take a Надо решать. What was that? Stay on your feet, Alex. Папа Алекс. Terrible. Все время был жестко. You're serious about going pro. Если тебе стать профи, придется сделать футбол своей жизни, понимаешь? Four years in the academy, it all comes down to an exit trial. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you land. Его человек, который помогает ему, менеджер, двоих одно место не впихнуть. Ну да, я помню, бывает проблема. Если мы выиграть хотим, видите, уже какие споры у них уже между собой. Another striker. We think it's time you went out on loan. That you, Williams? But I haven't seen you since. У меня, по-моему, это был Ньюкасл. Oi, Dino, found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Знаете, hey, big star, Gareth Walker. Ту историю Алекса Хантера я играл за Лично за Алекса Хантера. Наверное, в этой версии я буду играть за всю команду. Come on. Tell you what, next time I see you, you'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mama has my new number. Видишь, папа появился только тогда, когда у сына стало все получаться. Так, ну и с чего начнется? Интересно, с чего сейчас начнется версия? То есть, да, я спорт представляет. Это же Бразилия. Ребят, такая вот вижу, ребят. Watch it. This isn't exactly how I planned to spend the last day of my holiday. Couldn't come all the way to Rio and experience real life. This is what it is. Streets like this. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Here we go. The same all over the world, mate. Different streets. Same dream. Прикалывается. Yeah, nice one. Ага. Always a cool operator. Roberto Carlos. Roberto Carlos, легенда. Может, то, что я буду играть за Реал? Well, maybe I'll play for Real one day. Oh, yeah, right. And you'll never take a free kick like me. Алекс Хантер, Алекс Хантер, сыграй с нами. Блин, они его знают. Премьер-лиги. What's he saying? Если кто-то, кто знает, что он. Danny Williams, большой чемпион. Championship star! Я его никто не знаю. Алина, Алина, скажи ему, чтобы он сыграл с нами. Оба, это походу. Просто в девятку залепил. Right. Hey. В общем, они хотят, чтобы вы играли с нами. Арена в моей команде. And he's on my team. И он в моей команде. Alright, fair enough. Ну, time ладно, for the Williams пока. To take you kids пора to Williams school. Пора Williамсу кое-чем нас научить. We're going fast. Выиграем запуск. Так, ну что, поехали, ребят. Блин. Жесть какая-то. А чё, до какого счета играем? Подкаты можно? Блять, уже 1-0. Жесть какая-то.
собираются, они сейчас нас опять накатают. Отлично. А что такое-то? Играть 2 минуты осталось, между прочим. Да блин. Бош, ты добил. Ну, сидит 1-1. Блин, нифига не пасуется. Это дворовый футбол, я понял, здесь надо просто долбить. Нет, да блин, что-то не знаешь. Доставай его, но он не бежит. Блин, 3-2 горим, ребят. Да ёптель шмопсель. Есть. Отлично, ребят. Ну, есть, 4-4. У-ху. Вот это заруба. Блин. Резал себя. Да блин, ну вообще не ловит вратарь. Блин, 6-4, гори, можешь спокойно. Есть, 6-5. Да жестче, жестче. Блин, так мимо же было. Ёбаный бабай. Ну, да блин, 7-5 проигрываем, ребят. Есть, 7-6. Ну и все, походу. Да. Понимаешь. Да блин, я не помню, что меня обманывает. Блин, такого была игра, еще был шанс. Дворовый бразильский футбол, чтоб его. Так, ну и что? Зовут домой, типа, да, пора домой. Thank you. Слушай, ну это было круто. Спасибо, отличная игра. Well played. Да, хорошо сыграно очень. Все отлично. Thank you. Отличная игра, приятель. У тебя есть талант, и тебе может что-то получиться. Хорошая игра. Ладно, давай. Спасибо, пока. Так, ребята расстроились. Мы, видимо, поддались. Yeah, of course, mate. Да, разумеется, дружище. Да, Нанке, that's a mass skill. Ah, yeah, but could he do on a cold, rainy night in Stoke? Come on. Let me get back to the hotel. Early flight off tomorrow? Oh, yeah. Wouldn't want to be late for the first day of pre-season, would we? Опоздать на первый день предсезонки. Выбранные вами варианты ответов со разговором определяют характер Алекса. В каждом диалоге вам будет предложен различные варианты ответов, дерзкий, баланс и спокойный. Характер Алекса влияет на его отношения с другими персонажами и на его поведение на поле. Так, дерзкий, спокойный. Ну блин, ну я же дерзкий. Похоже, на тренировок. Похоже, тебе тренировки не помешают. Давай поведем такой знак, который хочется вспомнить. А блин. Да точно, приятель. Есть работа. Да блин, он худой. What do you mean? Come on! Да он же худой. Ребят, это начало. Это Алекс Хантер. Тони Эдэн. Борис. Риза Солнер. Симон. Клиент. И так далее. Energy. No
склоняемся к сердцу. Ну что, ребят, начало, ну, просто фантастическое, просто захватывающее дух, честно, у меня. Это первая часть, даже, честно, и продолжать-то не хочется, хочется просто зависнуть на этом и просто обозговать. Просто шикарное, шикарное начало, я не знаю, что нас ждет дальше, какие видео-вставки, какие моменты сюжетные. Не просто тупо игра, да, там, и какие-то тренировки, а именно вот то, чего ждешь. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди еще длинная и долгая история Алекса Хантера. Всем пока!